Итак, Яна Хохлова и Сергей Новицкий катаются под музыку Никола Паганини. Различные вариации на тему 24-го каприза. Она муза, он артист. Такой вот расклад. Сумасшедший танец демонстрируют Яна Хохлова, Сергей Новицкий. Свободные от каких-либо предрассудков и волнений, кроме как собственного внутреннего стержня, они, конечно,
здесь. Выше всех на голову. Здорово катается. Такие вещи делают, которые практически никто в мире не делает. Некоторые до сих пор не понимают, как они это делают. Но они это делают из раза в раз, из программы в программу, из проката в прокат. Молодцы спортсмены, молодцы артисты. От стартовой позы до самого последнего вздоха в этой программе все их, все неповторимое, все оригинальное. И это вращение, и то, как они на него приходят. И поддержка, где она оказывается в Бильмане, вот это, и как они к ней приходят, и как выходят из нее, и она оказывается во вращении в Бильмане, это, конечно, ну, вообще, кому сказать. Тренеры посылают им свою энергетику, но кто тут еще кому посылает энергию? И вот такое суперэффектное окончание этого танца. Отлично, кстати, они поработали и с музыкальным материалом к началу этого сезона. Мамулька, папулька, опять же, хоть и «Каприз Паганини» это такая не вчера сочинена вещица, но где-то понаходили интересных вариаций, новых, современных. Неплохо. Ну что ж, вопрос только в том, сколько они сейчас получат на этом соревновании. И потом, впоследствии, мы, конечно, с интересом еще посмотрим на то, как каждый элемент в их программе оценили судьи. Просто для академического интереса. Они получают 95 баллов. Точно не помню, лучший ли это у них результат в карьере.